Здравствуйте, меня зовут Альберт Сагирян. Я автор книги «Как выжить, если тебе 20». Эту книгу я написал для всех 20-летних и не только, молодых людей, которые хотят быстрее войти во взрослую жизнь, быстрее добиться успеха, понять себя, встать на свой собственный путь и получить ответы на те вопросы, которые всегда во все времена беспокоили всех молодых людей, кто входит во взрослую жизнь. Две мои главные читательские привычки. Первое – это то, что каждый раз, когда я сажусь за чтение, я беру карандаш, ручку или хайлайтер, чтобы выделять в тексте понравившиеся мне фразы. И второе – я люблю перечитывать книги самые интересные. И, как правило, каждый раз перечитывая, я по-другому воспринимаю текст и смысл того, что я читаю. Читайте больше, читайте интересные книги, читайте в интересных местах.